Сооронбай Жээнбеков наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом Дружбы Досток. Глава Кыргызской республики поздравил популярного шоумена с прошедшим днем рождения и пожелал долгих лет жизни. В свою очередь Александр Масляков отметил, что в КВН играет очень много талантливых студентов из киргизских вузов. Сооронбай Жээнбеков упомянул о том, что уже побывал в Москве в качестве нового президента Кыргызской республики и встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой российского государства Владимиром Путиным.